За представленную нам прекрасную возможность сегодня представить свой родной край. На празднование Дней Туркменистана это провозия в связи с празднованием 22-й годовщины независимости Туркменистана. Сегодня со стороны руководства Университета Кавказа объявлен селем Университета Дней Кавказа. Это для нас, всего туркменского народа и всех туркменистанов, считаем, что большая уважение, и мы признательны за объявление сегодняшнего дня Днем Туркменистана. Сегодня планируется целый комплекс мероприятий, включает в себе спортивные мероприятия, которые будут проведены спортивные состязания по футболу, волейболу, 100 метров, 400 метров, бег, подтягивания, шашки, шахмат будет среди туркменской студентам общаясь и азербайджанским студентам. В Дни Туркменистана участвует ректор Туркменского государственного университета имени Махтумкули, где он будет рассказать о достижениях Туркменистана и будет передать послания и добрые слова президента Туркменистана, его превосходительства Гурбангулы Бердимухамедова. Одновременно нужно упомянуть, в связи с сегодняшним мероприятием из Туркменистана прибыло деятели культуры Туркменистана, около 20 человек, среди них есть знаменитые певцы Багши, народные артисты есть там, заслуженные артисты. И мы всех наших друзей приглашаем послушать именно такой музыку, песни и танцы туркменских вот именно джигитов. Одновременно я хотел бы выразить свою признательность всему азербайджанскому народу и президенту Азербайджана за создаваемый условия в развитии туркмен-азербайджанских отношений. Мы можем уверенно сказать, сегодня Туркменистан и Азербайджан являются одним из быстро растущих, динамичных стран в евразийском пространстве. Это явный показатель, это не наши слова, это слова международных экспертных организаций, финансовых институтов, это и в отчетах Европейского банка реконструкции, Международного валютного банка видно, это наглядно видно сегодня, как развивается Азербайджан, как развивается Туркменистан. Одновременно с возможностью сегодняшнего мероприятия я хотел бы поздравлять всему азербайджанскому народу и господина президента, его представителя Ильхам Гейдаровича за уверенные победы на президентских выборах. Мы знаем, что народ Азербайджан выбрал правильный путь, и он продолжается. И стабильное развитие Азербайджана важен не только азербайджанскому народу и всему региону. Туркмен-азербайджанских отношениях мы можем сказать, ежегодно проводятся совместные мероприятия в различных направлениях, говоря и торгово-экономические отношения, гуманитарные направления. Туркменистан и Азербайджан сотрудничают в рамках международных региональных организаций, в частности в рамках ООН,
ЕКО, СНГ и других организациях. В международных делах позиции Туркменистана и Азербайджана очень схожи или близки. Мы всегда друг друга понимаем, поддерживаем. У нас очень конструктивный диалог. И нужно упомянуть, что для развития отношений между нашими странами действует межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. В прошлом году, в октябре месяце, прошла в город Ашхабада. И ближайшая комиссия планируется на первый квартал 2014 года. И Баку пройдет, да? Баку пройдет. И с этой возможностью можно сказать, что достаточно большое внимание наших взаимоотношений уделяется гуманитарным направлениям. В частности, ежегодно в Республике Азербайджан проводится Дни Туркменистана. В прошлом году мы Дни Туркменистана провели дипломатический академ Азербайджана, где и там пришли достаточно большая представительная делегация из Министерства иностранных дел Туркменистана, из дипломатический институт Туркменистана и деятели культуры. Одновременно нужно помнить, что в Азербайджане учатся многочисленные студенты Туркменистана, где они тоже активно участвуют в общественной жизни страны. И в сегодняшнем мероприятии участвуют все туркменские студенты здесь, на спортивных мероприятиях, культурных мероприятиях, они вместе празднуют. Достаточно много можно сказать, что проведенные мероприятия в гуманитарном направлении, непосредственно нужно сказать, что в праздновании Ноуруз Байрам на международном уровне всего года, марта месяца достаточно большая делегация деятелей культуры Азербайджана находилась в Ашхабаде во главе вице-премьером правительства Азербайджана Эльчин Эфендиевым. Нужно упомянуть, что туркменские деятели культуры в этом году уже четвертый или пятый раз участвуют на различных мероприятиях Азербайджана, на Мугам фестивале, дни поэзии Махтумкули, и празднования на май месяц в этом году участвовали. Одновременно нужно упомянуть, что молодежная группа деятелей культуры, они находились в июле месяц празднования 90-летия Гейдара Алиева, лидера Азербайджана, проведенным Министерством молодежи и спорта, где они непосредственно показали свое искусство, свои достижения. А сейчас мы все видим, свидетельствуем, что достаточно большая деятель культуры находится в Республике Азербайджан. Я хотел бы еще раз поздравлять весь азербайджанский народ с прошедшими праздниками и пожелать процветания, развития нашему братскому страну. У нас достаточно большая перспектива в плане есть впереди развивать в различных направлениях наши отношения. Это торгово-экономические, это гуманитарные, это активная работа в рамках международного организации. Я думаю, что мы все сегодня будем видеть все, что у нас объединяет. Достаточно много нас объединяет, у нас достаточно много то, что гордится, у нас корни, у нас история, у нас достаточно много возможностей в экономике. Можно в всех сферах, транспорт, энергетика, в различных направлениях есть спектр, где можно развивать. Азербайджан Республикасы президенты, Азербайджан хөкүмәте адыннан, Түркмен халкыны, bütün burada iştirak eləyən Türkmenistan'ın nümayəndələrini Müstəqillik Türkmenistan günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir. Bütün Türkmen xalqına sülh, əminamanlıq və rifah arzulayıram. Azərbaycan və Türkmenistanın rəhbərləri arasında çox sıx əməkdaşlıq, dostluq münasibətləri mövcuddur. Kafkas Üniversitesi Türkmenistan'ın 22. yıl kuruluş yıl dönümünü ev sahipliği yapmaktan çok mutludur. Öncelikle ben Türkmenistan'ın kuruluşunun 22. ili münasebetiyle bütün Türkmen halkını ve Türkmen devlet adamlarını kutlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere bölgemizde Sovyetler dağıldıktan sonra Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan ve Özbekistan olmak üzere bağımsızlıklarını kavuştular. Ve bu geçen 22 yıllık süre içerisinde hızla yükselen yıldızlar oldular. Türkmenistan'da da çok büyük ilerleyişler var. Azerbaycan'da da çok büyük ilerleyişler var. Bir Azerbaycan Üniversitesi rektörü olarak Türkmenistan'ın bağımsızlık gününün Kafkas Üniversitesi'nde kutlanılmasından biz büyük bir mutluluk duyuyoruz.
Aynı zamanda burada bizim Türkmenistan Devlet Üniversitesi'nin rektörü de bu toplantıya katılıyor. Bu bizim için çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz Türkmenistan'la talebe mübadelesi, bunun yanında profesör-muallim mübadelesini planlıyoruz. Zaten şu an Türkmenistanlı olup üniversitemizde okuyan pek çok talebe var. Ve bunlar da hürmetli sefirimizi, aynı zamanda rektörümüzle tanış oldular. Ben ümit ediyorum ki bu beraberlikler daha sonra mukavelenin de imzalanmasıyla beraber hem bizim Azerbaycanlı öğrenciler Türkmenistan'a gidecek, Türkmenistan'da şu an okuyan öğrenciler de Azerbaycan'a gelecek ve bu iki ülke emektaşlığını artıracak. İki milli liderlerin Türkmenistan Cumhurbaşkanı Prezidenti Gurbanguly Muhammedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Prezidenti İlham Aliyev'in önünün görücüklü oğlançıklı siyasetleri bu katnaşıkların gelecekteki ötüşlerine kepil olup duruyor. Şu gün Türkmenistan'ın kararsızlığının 22 yıl şanlı günü münasebetiyle geçirilen Türkmenistan'ın günü adlı çerimizi sizi hoş gördük.